Нет, девушки, которая специалист по Хармсу, которая тогда читала эту лекцию, она все у нас редко появляется. Кстати, Ника, привет. Пользуясь случаем, да. Это я, да, должен быть хоть кто-то. Должен быть хоть кто-то. Вот сидит совершенно нормальная профессорша на койке в сумасшедшем доме. Держит в руках удочку и ловит на полу каких-то невидимых рыбок. Эта профессорша только жалкий пример того, как много в жизни несчастных, которые занимают не то место, которое им занимать следовало. Вот. Да, это круто. Ну, мне все так считается. Так. Сейчас. Я еще что-нибудь Она без прикормки. Очень страшная история, это уже стихотворение. Доедая с маслом булку, братья шли по переулку. Вдруг на них из-за окоулка пес большой залаял гулко. Сказал младший: вот напасть, хочет он на нас напасть. Чтоб в беду нам не попасть, псу мы бросим булку в пасть. Все окончилось прекрасно. Братьям сразу стало ясно, что на каждую прогулку нужно брать с собой булку. Вот. Алексей. Мы же...